Цена душевных страданий. Брошенный муж невесты Герхарда Шрёдера подает на политика в суд. За что и чего он требует, узнаем от Татьяны Лагуновой. Увел жену, заплати. Бывший муж нынешней невесты Герхарда Шрёдера подал на него в суд. Мужчина требует, чтобы экс-канцлер заплатил за разрушенный брак и невыносимое душевное страдание деньгами. Нанесенный моральный ущерб истец оценил в 77 тысяч евро. Новый роман Герхарда Шрёдера в Германии обсуждали бурно. Еще бы, жениться экс-канцлер собрался уже в пятый раз. А его избранница, переводчица из Южной Кореи Ким Су Йен, моложе политика на 26 лет. И вот новый пикантный поворот. Брошенный муж Ким Су Йен обратился в суд и требует компенсировать причиненную боль. Дескать, его жена закрутила роман со Шрёдером, еще будучи в браке. Да и на развод он согласился только потому, что Ким Су Йен клятвенно пообещала после процесса разорвать все отношения со Шрёдером, но обманула. Пару постоянно видят вместе, то в Германии, то в Южной Корее. Более того, они уже и свадьбу назначили на осень этого года. Ким Су Йен поданный иск уже прокомментировала, мол, ее предыдущий брак разрушил не Шрёдер, а семейные проблемы. А вот последняя, четвертая жена Герхарда Шрёдера подавать в суд не собирается. Да и новый роман своего бывшего мужа особо не комментирует. Дорис Шрёдер-Кофф только призналась, что сама выходить замуж больше не намерена. Дескать, ей и одного раза вполне достаточно. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».